Госадмтехнадзор Московской области напоминает вам, что в соответствии со статьей 6.21 Кодекса об административных правонарушениях Московской области отсутствие договора на вывоз мусора влечет наложение административного штрафа. С таким предупреждением к жителям Ленинского района обратились сегодня активисты общественной организации «Молодая гвардия» и инспекторы Госадмтехнадзора Московской области. Однако не всех домовладельцев устраивает принятый закон. Кто-то до последнего старается оттянуть заключение договора. У вас договор на вывоз мусора? Нет, не заключали. А почему? Ну, я думаю, что это как услуга, которая предлагается. А смысл в чем? Да, скорее навязываете. По закону Кодекс Московской области административных правонарушениях за отсутствие договора на вывоз мусора на физических лиц штраф 5000 рублей. Это вот, как новый закон? Да, такой? Ну, с 1 июля вступил в закон в силу. Ну вот. Что ж, тогда придется заключать. А кто-то и вовсе пытается скрыться за закрытыми дверями. А этот вообще уникум у нас в поселке. Просто уникум. Чем он уникален? Ну, я сколько раз говорю, давай заключать договор, и я, говорит, не буду заключать договор, так как я в Москве мусор. Я говорю, ну ты в наш бункер кидает, ведь жители платят. Но, по словам инспекторов Госадмтехнадзора, сделать это все равно придется, только вот уже после уплаты крупного штрафа. В соответствии с Кодексом административных правонарушений в Московской области штраф за отсутствие договора на вывоз мусора составляет на физических лиц 5000 рублей, на должностных лиц 50 тысяч рублей и на юридических лиц 300 тысяч рублей. Однако справедливости ради стоит заметить, что большинство наших жителей поддерживают целесообразность принимаемых мер. Ну а смысл-то не заключать договор, чтобы втихаря все это выбрасывать? Я деревья обрезаю, мелкие ветки я жгу, естественно. А если большие? А если пакеты? Вот целлофановые? Их куда? Илья Кремнев, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».